Ярмарки рабочих мест «Ты нужен Кубани» сегодня прошли во всех районах города. Здесь представлены вакансии для подростков, места для работы на летних каникулах. Летом, чтобы не проводить свое время впустую, лучше поработать, я не знаю, для себя. Денежки лишним не бывает. Собираемся летом работать. Ну, чтобы получать деньги, соответственно. Да. Да. Нужны карманные деньги. Да. Какой-то стаж определять. Ну, чтобы какой-то опыт получить. Заработать хочется, чтобы у родителей меньше просить. Ну и как-то опыта набраться. Сегодня свои вакансии предложили 10 работодателей. Это санатории и отели курорта, дом культуры и эколого-биологический центр. Ребята могут занять должности рабочих зеленого хозяйства, культорганизаторов, подсобных рабочих, уборщиков территории, стать помощниками секретаря, официанта или администратора. С 14 лет, уже несовершеннолетний, имея на руках паспорт, может обратиться в Центр занятости населения за предоставлением временного трудоустройства. А наши несовершеннолетние, помимо зарплат работодателя, получают еще и поддержку от нас в этом году в размере 2250. Если несовершеннолетний работает полный месяц, конечно же, зависит от организации, да, где он будет работать, от количества времени. Вот, ну, в среднем подросток получит 1015. Добавлю, что сегодня в рамках краевой акции «Ты нужен Кубани» с ребятами была проведена профориентационная работа и предоставлена информация об их трудовых правах.